Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 6 не работает кнопка включения, то в 80% случаев проблема в самой кнопке включения, и необходимо заменить шлейф. Но также проблема может быть в разъеме на печатной плате, то есть на него попадание влаги, либо механическое воздействие. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.